Пойдемте. Одно примечательное место, это по пути в Цей, можно найти вот такой источник, увидеть здесь прямо вот много ручейков, где можно набрать водички полезной, минеральной. Она, конечно, не очень привычно пахнет и на вкус, все-таки сероводородная вода, но, говорят, очень полезно, по крайней мере, для кишечно-желудочного тракта. Ну и одно из самых интересных мест, это, конечно же, Цейское ущелье. Здесь есть у нас возможность подняться на ледник Сказка и посмотреть на, собственно, долину такую, самой вершины. Единственное, сегодня нам не повезло, и подъемник находится на техническом обслуживании на каком-то, поэтому мы здесь просто гуляем пешочком, немножечко забрались. И, в общем-то, просто наслаждаемся видом и воздухом. Да, Артур, стой на камушке. Папа. Артур. Ва! Если ты, как ты думаешь, если лавина будет, она до сюда дойдет или нет? Пальчик ты чей? А еще, кроме того, что здесь можно подняться на канатке, то, в принципе, есть возможность пешочком пройти именно к Цейскому леднику. Здесь два ледника. Вот сзади это Сказка называется. А вот вдоль как бы долины, вдоль ущелья есть еще тропа, экотропа, которая позволяет дотопать еще до ледника, до Цейского ледника.